Спасатели регионального МЧС в рамках учений «Баренц-2024» отработали механизмы оперативного реагирования и взаимодействия различных структур в случае чрезвычайных ситуаций. Тренировка состоялась в акватории Баренцева моря. По легенде, дежурным поступил тревожный сигнал с информацией о столкновении катера с рыбаками и прогулочного судна «Заря». На место происшествия незамедлительно вылетел вертолет Ми-8 северо-западного филиала авиационно-спасательного центра МЧС России и отправился многофункциональный буксир-спасатель. Специалисты ведомства внимательно изучили территорию, нашли условно пострадавшего человека, подняли его на борт, а затем оказали медицинскую помощь. После чего отработали действия по экологической катастрофе в случае разлива нефти.